Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2018 году. Зарубежные пользователи сети назвали эту новость крахом надежд антироссийских сил. Заявление Путина о выдвижении на новый президентский срок активно обсуждается зарубежными СМИ и пользователями социальных сетей. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что это решение было ожидаемым. Однако США и ЕС лелеяли надежду, что Россия в 2018 году получит менее сильного лидера, что даст им шанс вновь потеснить ее на мировой геополитической арене. Пока Запад ждал очередного Горбачева или Бориса Ельцина, Путин сделал так, что больше не будет закулисных соглашений без учета интересов России в первую очередь. Плохие новости для Вашингтона и Лондона, которые надеялись на такого, как Борис Ельцин. Простите, ребята, но славы России больше не будет. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.